Рано утром 21 февраля на небольшом автобусе из Волхова мы отправились в город Череповец. До самого города ехать предстояло приблизительно 430 километров, и мы рассчитывали, что проедем их примерно за 6 часов. Но в этот день стояла страшная непогода и постоянно валил снег, а часть трассы полностью обледенела. И несмотря на то, что Череповец географически находится даже южнее Волхова, во время пути создавалось впечатление, что мы едем куда-то на крайний север, на полуостров Ямал. Не успели мы выехать из Ленинградской области, как на пути прямо перед нами произошла страшная авария, во время которой водитель фуры не справился с управлением, в результате чего столкнулся с несколькими автомобилями, а один из них прижал к ограждению и проточил в таком состоянии несколько метров, преградив при этом всю трассу. Здесь мы простояли больше 2 часов, пока спасатели не разобрались с этой ситуацией. При этом некоторые из нас в какой-то степени успели помочь медикам и МЧСникам. Во время этой аварии никто не погиб, даже водитель того самого злополучного автомобиля, который больше всего пострадал. В итоге до Череповца мы добирались почти 9 часов, и в этот день, как следует посмотреть, город нам не удалось. Мы заселились в отель, и я решил, что прогуляюсь по местности на следующий день, который обещался быть хоть и морозным, зато солнечным. Огонь номер, на самом деле, вообще. Ух ты. Вот кровать, какую хочешь, такую выбирай. Ну, я роскошную большую выбираю. Забирай, забирай. О, смотри, душевая кабина. Ну-ка. Говорят, все вообще клево. Нифига себе. Красотища. Ну, значит, есть и мыло, и зубные щетки. Вообще. Отлично. А я брал зубную щетку, ну ладно, достаточно. Круто вообще, отель огонь. Даже мебель. Мебель-то вообще вон. Хорошо, и из окна у нас не на помойку, посмотри, вид куда. Посмотри, там зайти, да, посмотри. У нас вообще шикардос просто. Только окошки такие, что там, да. Да, у вас поинтереснее, Кирилл, как ты там не были. Восьмой номер, проходите. Можно взглянуть? Ого, 3 кроватки. А здесь вид вот на такие бараки. Там сгоревший, этот еще более-менее целый, там стройка. Смотрите, у них вообще... Красота. Рассказывай про номер, про службу. Ну, нормально, вот. Понравилось? То есть комнату можно было втроем заселить. Ну да. Так что кто им приходите. Тоже телевизор, он штраф курения. Запрещено. Шкафчик есть у вас. Да, я сейчас, короче, разгребу сразу же. Ну-ка. А, это хорошо. Ух ты. У тебя одиночный? Конечно, а ты что думал? Балкончик, я пройду пока туда. Тепло за тогда. Давай откроем, я стоп. Ого. Ой, тут вообще дубак. Ни хрена себе тут у меня. Тут еще плазанда. Просто шикарный. Сегодня уже 22 февраля, отдохнули ночью в номере, все понравилось, номер теплый, хороший душ, удобные кровати, сейчас написали коллективный отзыв в книге жалоб и предложений, на улице мороз, градуса 24, правда, но я решил немного прогуляться, где-то, говорят, здесь есть парк, посмотрю на парк, если будет что-то интересное, засниму, покажу и вкратце расскажу об этом городе. Итак, рано утром, на следующий день, я отправился посмотреть город, насколько хватало времени, так как в 12 часов мы должны были возвращаться обратно в Волхов. Череповец расположен в Вологодской области при впадении реки Ягорбы в реку Шексна, недалеко от Рыбинского водохранилища. Статус города он получил в 1777 году, а население на данный момент составляет 316 тысяч человек. По поводу происхождения самого названия, у местных жителей есть своя легенда. Получается, ну, Екатерина II ехала на карете. Дорога была вот длинная, и здесь, через, получается, нашу область. И когда она вылезла из кареты, там, я не знаю, по каким делам, она как бы наступила на Череповцы. И от этого и пошло название Череповец. Но, безусловно, это не может быть правдой, так как Екатерина II жила и правила в 18 веке. А местность Череповесь известна с конца 14-го, начала 15 веков, когда на этом месте два монаха основали монастырь Воскресенский в Череповесе,
Доподлинной информации о происхождении этого названия пока так и нет. Наиболее убедительной же кажется версия как «селение на холме». Наш отель располагался недалеко от старинной улицы с домами 19 и даже 18 веков. Вот по ней, до самой Шексны, я и решил прогуляться, чтобы посмотреть на местные достопримечательности. Вот это красивое здание сзади меня. Оказывается, историческое. И здесь когда-то был череповец-лец. Ему больше 100 лет, вот как подсказывают прохожие. Сейчас пойду дальше смотреть. На этой улице есть несколько исторических сооружений. Здесь, я так понимаю, водонапорная башня. Вот такой здание. И вот довольно-таки неплохое. Дальше пойду, там часовая башня виднеется. Должно быть самое интересное здание в этом районе. Это интересное здание, это торгово-промышленная палата, как по крайней мере написано на нем. А улица Ленина называется. Ух, вот это место вообще интересно. Здесь такая площадь, вот по-моему там сам Ленин стоит, туда я еще пройдусь. Это часовая башня, это я тоже потом с той стороны сниму. И здесь вот такой дворик. Как мне только что подсказали, ну, во-первых, это самые старые улицы в этом городе, а во-вторых, это одно из самых старых, ну и красивых зданий в этом городе. Вот я купил даже магнитик с этим зданием себе. Говорят, там где-то есть табличка, но это я посмотрю потом и скажу отдельно, какого именно оно года. А сейчас вот здесь к такому памятнику подойду. Художественный музей написано вот на этом здании. Очень красивая историческая улица, конечно. Хотелось бы, чтобы был какой-то дизайн-код, чтобы можно было регулировать вывески. Но все равно сами дома сохранились. Это очень интересно. В одном из зданий зашел вот в такую арку. Написано, что это арка. Следующее здание после арки, вот это, написано, что это дом Волковых, ему практически 200 лет. Вот первая четверть 19 века, какая красивая лепнина сохранилась, что здесь, вот там повыше. Так, вот я уже приближаюсь к церкви, к которой мне посоветовали сходить, сказали, что самое интересное здесь. Вот она впереди. Здесь опять вот такие исторические здания. А оказывается, вот в той стороне можно выйти к реке. Женщина подсказала, что это самый старый собор в этом городе. Я на какой возвышенности. Сейчас вот здесь по лестнице спущусь. На другой стороне этой реки тоже виден город, застройка, дома. Жаль, что деревья заслоняют, так что это отсюда не увидеть. Но, по крайней мере, спущусь. Думаю, оттуда тоже будут открываться красивые виды. Все
раскусывается. Я уже час или больше гуляю, очень холодно. Там какой-то памятник, сейчас подойду. Вот простор. Какой интересный памятник. Могу ошибаться, я предполагаю, что это памятник в честь основателя города. Может быть и нет, конечно, ошибаюсь, но зато какие здесь горки интересные. Можно кататься на лыжах, там на ватрушках. Сверху старинная деревянная усадьба. Ну, по крайней мере, с виду кажется старинная, очень даже красивая. Так, вот на этом памятнике написано, что это преподобный. Основатель Воскресенского мужского монастыря, который здесь был. А сам монастырь положил начало городу Череповец. Ну а напоследок я решил зайти в парк культуры и отдыха. Здесь, конечно, испорчена вывеска. Ну посмотрим, что находится в этом парке. Кроме этого памятника в этом парке особо не на что смотреть. Видимо, тут аттракционы бывают. Ну а на этом моя прогулка по этому интересному городу заканчивается. Shaking now, 'cause you say those things.